Первое солнечное затмение 2022 года состоялось 30 апреля в ночь на 1 мая. Затмение, начавшееся в 11 вечера, длилось 3 часа 52 минуты и завершилось сегодня в половине третьего ночи. Максимальное затмение наблюдалось в 00:41 по бакинскому времени. Явление можно было наблюдать в Антарктиде, Южной Америке, юго-восточной акватории Тихого океана. Отметим, что в этом году всего будет 4 затмения, в том числе 2 солнечных и 2 лунных.